Доброе предновогоднее воскресное утро. Сегодня у нас на завтрак гренки. Белого хлеба у нас не оказалось, поэтому возьмем серый. Но на самом деле лучше использовать белый или батон. Мы будем готовить завтрак на 4 человек, поэтому взяли так побольше хлеба. Берем 4 яйца. Гренки у нас сегодня будут не простые, а с сыром. Вообще существует много разновидностей гренок. Можно сделать их сладкие, соленые, с травами, с сыром вот с разным, не знаю, в общем, совсем с чем угодно. Итак, 4 яйца. Это многовато. Щепотку соли. Перемешиваем. Так. Молоко. Почти целый стакан на 4 яйца. Наливаем сюда же. И теперь уже удобнее будет венчиком работать. В это время уже можно включать сковороду. Маркуш, включай. Нет, вот эту. Да. Для разогрева. Хорошенечко всю эту массу так забиваем, забиваем, забиваем. Отставляем в сторону. Так, следующее. Берем сыр и маленький помощник нам поможет натереть его на крупной терке. А я пока нарежу хлеб. Вот хлеб, нарезаем его произвольными кусками, кому какой нравится. Можно длинненькими, коротенькими, большими, маленькими, в общем, кто на что, во что горазд. Я решила сегодня делать вот такие. У нас здесь 1, 2, 3, 4, 5 кусков. Так, сковорода разогревается. Наливаем на нее масло растительное. Кто-то жует уже за кадром. Итак, сковорода у нас разогрелась с маслом. Теперь мы берем наш хлеб и окунаем его в нашу смесь. Кстати, я уже почти все натерла. Молодец. Сыр почти натерся. Это хорошо. Нужно, чтобы он хорошо пропитался. И вот батон, он пропитывается быстрее. Вот серый чуть подольше. Прям подержать нужно с минутку. А батон сколько? Батон быстрее впитывает там прям сразу. Туда-сюда. Мама, сколько батона надо положить? 5 секунд. Так. Теперь потихонечку берем и кладем на сковороду. Обжариваем с двух сторон до готовности. Недолго тут буквально по 2 минуты. Спасибо. Когда на одной стороне все хорошо прожарилось, вот до корочки, переворачиваем на другую сторону. Я сейчас вам расскажу стихотворение для Деда Мороза, которое я уже ему рассказал. Плакать некогда нам, братцы, во дворе есть чем заняться. Надо снега наносить и снеговика слепить. Так, все, гренки наши готовы. Вот с двух сторон хорошие. Снимаем их на тарелочку. Так. И теперь, пока они еще горячие, мы берем сыр на терку. Я попробую потом. И прям так сверху посыпаем. Пока они горячие, он сейчас подтает. Будет очень-очень вкусно. Вкусно. Вот нажмите лайк. Никакой не дизлайк, а лайк, подписаться и колокольчик.
половину мы изжарили, и там дожаривается еще вторая часть. Получается очень вкусно, Илюшка уже частично съел. Приятного воскресного утра и приятного аппетита! Всем пока!